Всем привет, с вами Гунджот, это моя вторая подборка багов, пасхалок и секретов в игре Сталкер Тень Чернобыль. Первый секрет — это подвал. Убиваем тут двух охранников, так их называют. Хотите собирать их, к сожалению, нет. Спускайтесь вниз, внимание, здесь радиация очень сильно пожирает. И находите очень даже неплохой секрет. И тут три самых легендарных артефакта. Чтобы открыть эту дверь без декодера, приседаем и ему вот так. Это с первой попытки не у всех получится, но если у вас так будет, вот так, у вас дверь может вылететь, как у меня когда-то было. Но сейчас я вижу... Во! Давай-давай, есть! И в дверь может, кстати, вылететь. Вот и все. Но вы уже не выйдете вправо, только с выстрела гаусс-пушки. В бункере управления монолитом можно найти еще один скелет. Тоже меняем, если у вас хорошо потрепло. Там же, где лежал здесь скелет, ну, пройти надо до конца коридора. И вы найдете помещение скалку. Секрет. Чтобы уничтожить эти колбочки с энергией, берем нож и бьем сильным ударом. И все. Чтобы вернуться в комнату, где была голограмма, просто переходим на эту локацию и вышибаем дверь гаусской. Тут будет полтергейста, если их раньше не убили, конечно. Убиваем их. И если вам надо будет убежать, то же самое делаем, что и во втором секрете. Если прописать одну команду на полет, мы сможем увидеть, что здесь стоит вертолет. И он готовится уже лететь. То же самое можем увидеть здесь. Вертолет под землей. Еще один. И они вылетают из-под земли. Неправильное освещение БТР. И еще одно неправильное освещение. Если вам понравилось мое видео, можете подписаться на канал, поставить лайк. Я это очень сильно оценю. С вами был Гунджот. До новых встреч и всем пока.